шалфей цветет уже давно, 2 недели, и уже некоторые цветы у нее отцветают, а рояль боника начинает зацветать. И вот тут этот цветонос у рояль боники где-то 2,5 метра получился. Начинает зацветать фрайзенгерман Мартинруте. Название у него всегда такое сложное, трудно выговариваемое. Здесь зацветает роза Оми Освальд. Это мускусный гибрид. Она только начинает зацветать. И вот посмотрите, сколько у нее еще будет цветков. Одни бутоны. Это канадская роза Шамплейн. Розы я вам буду перечислять по памяти, которые помню. Роз очень много, поэтому если что-то вас интересует, спрашивайте. Если я какую-то розу забыла название, я могу смотреть у себя в каталоге, в записях и говорить вам. Мувистар я вам уже снимала, показывала. И вот смотрите, она уже цветет тоже 10 дней, и цветов очень много, и она все равно еще будет цвести. И это роза, которая цветет очень долго. Вот это вот роза Пурпур Сплэш. Она заявлена как плетистая, но здесь она мне пока мисс как шраб. Но тоже цветонос уже 1,60 м, а то и больше у нее. Есть уже, которые отцвели, но они бы так быстро не отцветали в этом году цветы, если бы не каждый день дожди. У нас уже полмесяца каждый день дождь. 2 раза был град. Это Альден Бизен. Она вообще-то должна зацветать более светлее цветы, но из-за дождей и из-за того, что мало солнца, они темнее. Розы, когда мало света, всегда темнее, чем они должны быть на самом деле. Поэтому часто мои подписчики пишут, что это у вас не та роза. Причина только в этом. Если Крым, допустим, и дождей мало, да, она будет намного светлее, как мне писали за розариум Ютерсен. Он у меня был, зимовал в теплице в горшке, и он зацвел на 2 недели раньше, чем розы те, что в грунте, поэтому он сразу был красного цвета, потом он стал при отцветании уже розового цвета, такого, как он должен быть на самом деле. Поэтому это тоже вы должны учесть, в какой период зацветают розы. Холодно, пасмурно будет один цвет, жарко, лето будет другой цвет. Это роза Эптайт, то, что я прививала. Роза Мувистар. Ветром ветки разбрасывает в разные стороны. И я, когда приезжаю, они бывают, побудут в таком положении 2-3 дня, и розы могут развернуться к солнцу, поэтому они немножко
не так красиво смотрится. Это у меня была Sony Рикель. У меня 3 дня не было, ее от ветра завалило, и они теперь немножко как развернутые в другую сторону розы. Ну, когда она зацветет, она примет положение такое, как ей нужно.